Что такое научно-познавательный проект «Умный Брест»? Начнем с ответа на этот вопрос. Прежде всего, это научность от расследования преступлений с помощью науки, от моделирования двигателя, внутреннего сгорания до сбора подзарядки смартфона на солнечных батареях и изучения генетики на примере скрещивания мух дрозофил. Это 9 научных программ и 2,5 тонны реквизита. Это молодые ученые, популяризаторы наук, которые разработали увлекательные программы на разные темы. Проект вообще связан с популяризацией науки. Мы затрагиваем такие науки, как химия, физика, биология, медицина, астрономия. Соответственно, мы рассчитываем, что, скажем так, для детей это будет, ну, у них разовьет дополнительный интерес к наукам для дальнейшего познания их в школе. То есть, по сути, мы показываем им вторую сторону учебника, то есть больше практики, но при этом они получают всю необходимую информационную составляющую. Проект отличается формой подачи информации и организацией самого процесса, само действо призвано вызвать у детей интерес к науке, желание разобраться в сложных процессах, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, и проникнуться интересом к изучению химии, биологии, астрономии, физики в школе. Очень важно, каждый ребенок делает эксперимент собственными руками. Мамы и папы, вспомните себя, как хотелось на уроках что-нибудь взорвать или нахимичить. Кстати, взрослые также вовлечены в процесс. Детские мечты воплощаются в реальность. Проект, он семейного типа. Что я подразумеваю под этими словами? То есть, приведя к нам ребенка, родитель не будет стоять в стороне, дожидаться где-то в коридорах. А для родителей у нас отдельный формат. Это увлекательная лекция-викторина по тематике программы. То есть, программа построена таким образом, чтобы и родителям, и детям было о чем поговорить. При этом после наших программ всегда возникает детей масса вопросов. Как часто будут проходить вот эти включения, такие брестские, умный Брест? В планах раз в месяц приезжают, да. Мы берем минскую команду. Между прочим, про команду несколько слов. Это не аниматоры, это выпускники вузов белорусских. Соответственно, люди с образованием по специфике наших программ. Поэтому им проще доносить о науке простыми словами для детей, да, информацию. Проект «Умный Брест» уже был протестирован в областном центре. Накануне 1 сентября дирекция «Санта-Бремер» организовала шоу для детей предприятия. Понравилось всем, а вместо конфет ребятишки получили пищу для ума. Научный подарок. Дорогие жители города Бреста, я рад приветствовать вас. Меня зовут Савкин Сергей, организатор детского научно-познавательного проекта «Умный Брест». Я приглашаю вас на наши программы всей семьей. Программы очень интересны и познавательны не только для детей, но и для вас, родители. Наша первая программа состоится 21 октября. Называется «Таблица Менделеева». В рамках этой программы ваши дети пройдут 4 лаборатории и опытным путем смогут сделать аналог газированного напитка, смогут сделать аромат духов, они смогут сделать таблетку от простуды. Будет очень интересно, классно. Приходите, пожалуйста, мы ждем вас. Лариса Осмолович, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.